Сегодня мы будем открывать кейсы. Вот первый же открываем. О, погодите, нет, давай. Блин. Ой, первый видео какой. Да, блин. Вот такая фигня, у меня падает мелко. И рама была. Часто. А вы постоянно на высоте. Так, я знаю, выпадет вот это. Фиг. Если мне выпадет. Так, выставляем на рынок. Я видео снимаю. Можешь включить? Давай. Я хотел спросить. Еще чуть-чуть, нет. Подписчики, если что-то один кейс за кадром откинь, и мне бы пушка, я тебе могу купить вот этот кейсик. Сейчас откроем его, надеюсь, мне выпадет. Это вообще фигня. Подать вот столько стоит. Ладно, давайте дальше ножик. Очень странно, я оружие ненавижу. Вот, это какой-то. У меня это кейсов дофига. Я просто задонатил. Еще тогда кейсы себе много добавим, не знаю, зачем. Нож полетел. Давай. Нет. Нож полетел, пропустим. И крем ходит. Нет. У меня куча кейсов здесь дофига. Ну, потом я все продам с вами. Да, винтовка. Я как буду, я буду так вот стрелять. Миниган, очень круто. Ой, автомат, это автомат же. Автоматы еще падают. Так. Видишь, не камера. Сейчас возле секрет, не камера, понятно. Давайте вместе нажмем. 1, 2, 3. Повешу. О, это какая винтовка, которая выстрелит этой выкатывали. Я посмотрю, сколько она стоит.
Мы работаем этих денег ной. Ну и майнить на. Нига, нифига. Сколько? О! Сколько ты сюда? Сколько пестик стоит? Вот это кинчи, я больше всего на букву покупаю. Нет, на букву покупаю, где-то сколько что. Нет, там, кстати, можно очень много. Да блин, я хочу здесь сюда вот такое. Кто? Ну и сколько стоит? Мама. Мне надо что-то фантастик. Я скоро здесь себе кейсы открою. И койна будет. Очень хочу, чтобы мне выпал нож. Да! Да! О, моя любимая пушечка. Она мне нравится очень часто выпадает. Это моя любимая пушка. Мне один раз здесь судный нож выпал. Правда, я его продал. Вот эти зеленые штучки. Еще у меня здесь один. Здесь один раз вот этот. А вот этот автомат выпадает, и вот эти штуки. Вот это круто было. Хочу еще один автомат такой. Веди так, плечо. Классно. Не удержал, что так много красного. Так. Мы скоро здесь откроемся к мыши. У меня их так много, что мне кажется, мы их песни открывать будем. Я скоро закачаю подкрутку. Их это смотри, когда я нажал, не выпадает. И вот это все, так нормально. Я открыл кейс за 25 тысяч. Это стоит 26 тысяч. Кэшбэк получается еще будет. Давай продаю. Продаем 8 и покупаем. Это выгодно даже. Эта штука 50 тысяч стоит. Нифига, я один раз выбрала. Покупаем еще. Блин, как это выпало. Правда, фигня какая-то. Потом еще продадим все, что она выпадала. А сейчас будем покупать. Смотрите! Папа, снимаем. Вот это.
Только не вот это. Куда зимой эта зараза могла появиться? У нас все новое. Это так... Вот такая пушечка. Мы не будем продавать ничего. Еще раз хочу. Я это продавать больше не буду. Давай, остановись, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Нож! Мне выпал опять нож! 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 Пацаны, поднимайте! Так, подписчики, я этот нож Гамбит продал. Теперь подкуплю. Теперь куплю еще раз. Это вообще невозможно. Я хочу, чтобы мне тигр выпал. Давай. Ой, мне мало заряда. Ну, всем пока. Вам понравился ролик. Мне тесно, да? Напоследок откроем кексик. И еще два бейка. Сидят несколько мейкер. Ну, в плюс ушли. Подать. Ну, еще два мейкер. Вот первый пошел. Пошел расковыться. Это стоит очень много. 200! Это 200 стоит! 200, понимаете? 200, 200. Ой. И мы в тысячку. Знаешь, сколько мы процентов кэшбака получили? Странно. Ну и последний раз. Ну, и на зайти. Я знаю вам. Ну, напоследок. Пока. Открываем последний кейсик. И прощаемся с вами. На раз. Раз. Три. Четыре. Пять. Шесть. Пока.